Одна из самых главных проблем, которая широко обсуждалась в российской армии за последние 20 лет, была проблема обеспечения жильем семей военнослужащих по всей территории Российской Федерации. И только решением президента, Верховного Главнокомандующего, было принято решение запустить программу строительства жилья для военнослужащих по всей территории нашей страны, в том числе и Вологодской области. В 2013 году на встрече с министром обороны Сергеем Куджиевичем Шойгу мы попросили его о выделении средств Министерства обороны не только на строительство двух многоквартирных домов, но и вернуть историческое название нашему Институту радиоэлектроники, построить на его территории социальные объекты. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, библиотека, общежитие, реконструкцию второго корпуса общежития, реконструкцию учебного корпуса. Все эти поручения были протокольно оформлены министром обороны и практически в полном объеме выполнены на сегодняшний день. Я благодарен нашему министру о том, что он принял такое решение. И сегодня наш институт один из самых популярных институтов военных на территории нашей страны. И еще я хотел бы высказать слова благодарности нашему министру за то, что он принял беспрецедентное решение. И 30 квартир в этих двух строящихся домах будет передано городу Череповцу для обеспечения работников бюджетной сферы, тем, кто в этом очень остро нуждается. Это, наверное, первый случай в стране, когда министр принял такое решение, отмечая важность города Череповца для укрепления обороноспособности нашей страны. Я хочу вас поздравить, уважаемые военнослужащие, сегодня с новосельем. Пожелать вам, конечно, чтобы в ваших домах было благополучие, мир, уют, чтобы ваши двери всегда были открыты для друзей. И чтобы, конечно, там царил детский смех. С новосельем вас! Дорогие друзья, сейчас наступает долгожданный момент, когда нашим военнослужащим будут вручены ключи от новых, благоустроенных квартир. Желание одно, чтобы в этом доме все было комфортно, с любовью, с улыбками детей. Поехали? Поехали. Ну что, вперед? Есть. Есть. В новом доме. Только слушать начинаем, уже квартира. Да, уже мебель, все обустроено. Желаем, чтобы в этом квартире скоро зазвучал детский смех. Спасибо. Желаем. Поздравляем. Спасибо. По распределению сюда поехали на поезде. Незнакомый город. Ну все хорошо, приняли, теперь квартиру дали. Все будем хорошо. Жить. Эмоции только положительные. Смотри, квартира какая большая. И я уже мебель заказал. Все, сейчас будем обставлять потихоньку. Нужно срочно жениться.